Крэйвен, есть описание киллера. Прекрасно. Я поработал с твоей картой и определил его районы охоты. Высылаю координаты. Встретимся на месте. Вместе мы быстрее прочешем местность. Думаешь, сегодня он выйдет? Настоящий хищник никогда не прекращает охоту, друг мой. Жду тебя здесь. Адрес высылаю. Это он! Погоди. Изучить добычу можно только наблюдая, как она охотится на своих жертв. Пожалуйста, друг, я здесь ни при чем. Я ни в кого не стрелял, только баранку крутил. Но ты видел, как умирали люди? Да! Хорошо. Расскажи об этом во всех подробностях. А после ты расскажешь даже то, чего не знаешь. Паук, мне нравится твой костюм, но вот стиль работы – скукота. Ты в курсе, что пауки растворяют жертву изнутри? Подумай об этом. А ты, карнаж-киллер, зачем ты это сделал? Месть преступникам я еще могу понять, но... Не просто преступникам, убийцам. Они лучше всех знают смерть. Что они видят, когда она смыкает свои ледяные объятия? Что они успевают понять? Тут есть чему поучиться. Ты псих. О, не стоит. За что? Я делаю то, что ты хочешь, но не можешь. Я не понимаю, о чем ты. Я покажу тебе. Я мог бы научить тебя быть настоящим хищником. Сними маску, Человек-паук. Я хочу видеть твои глаза, когда ты будешь умирать. Я знаю правду. В худшие моменты жизни ты мечтал быть таким же сильным, как я. Признай и поддайся! Сегодня я выучил ценный урок. Вперед! Ну давай, убей меня! Ты же хочешь? Нет, я не убиваю! Я сразу сказал ему, что тебе не стать таким, как и я. Спасибо за помощь! Ты пренебрег моими советами. Я полагал, что ты решил разобраться самостоятельно. Что ты вообще устроил? Думал, я буду молча наблюдать, как он убивает того парня? Или остановишь его? Навсегда! Я пытаюсь освободить твой инстинкт убийцы, тот самый, который ты пытаешься подавить. Я не такой! И не хочу таким становиться! Никогда! Тогда
Рядом всегда найдется хищник сильнее тебя. Поживем, увидим.